Продолжаются мои реакции на ваши заявки. Заказали мне Альфа, Остин Ба. Там вышла у них песня, получается. Но я еще... Я не то, что песню. Я не слышала вообще ничего. А у них уже и бэкстейдж вышел, и лирика. Но я понимаю, что самого клипа нет. Что-то я его не вижу. Вижу акустическую версию. Вижу аудиоверсию. Текст. Так, вот видео это по... Купия. Да, акустик версия, значит, акустическую версию тогда будем смотреть. Потом посмотрим бэкстейдж. Если, конечно, там появился перевод, может, перевода не появилось, поэтому развернем. Раз, два, три. Остин Бах. Өкпемен мұңдысындай ойынша тасқан әлемге жүрсің бе сен ай сөзіңе мен қосылмай ешан басқа жалаңдасында неге ұшамай айған қолсыз айқанна қалып украшется вообще просто. Екі жүзді жекпе қағыс кеуде жанып күн таңсайды айна. Конечно же, спойлеры в ТикТоке, куда от них деться? На пебу уже знаю. Даже нравится в последнее время вообще, особенно после их предыдущего клипа, просто такой стал клёвый вообще. Клёвый стал, клёвый. Я тут уже просто заново переслушиваю, пока сохраняю. Нравятся их голоса, кстати, ребята все хорошо поют. Так, у меня, блин, опять уже все началось. Я уже все переслушиваю, можно сказать. Так, тихо. Так, есть еще официал аудио и есть бэкстейдж. Ну, бэкстейдж, что там с бэкстейджем?
Есть субтитры русские, турецкие. Да, турецкий мне, конечно, поможет очень сильно. А если пробовать перевести на русский? Что там, где вибрирует? Ой, на румынский перевела. Нет, не надо мне на румынский. Я на румынском так же хорошо, как на турецком примерно. Хотя с турецкого я еще что-то могу перевести, с румынского вряд ли. Кофебук. Бежала лапка такой. Скачать электронную книгу. Подождите. Вернемся. Про голосы из моего сына. Лайферси. Да, тут нет субтитров, поэтому будем ждать субтитры. Как появятся субтитры, кидайте мне заявку. Я буду смотреть. Потому что на предыдущего бэкстейджа тоже нет почему-то до сих пор субтитров. Я их все жду, жду. Они никак не появляются. В общем, вы мне тогда это напоминалки какие-нибудь скидывайте, как появится. А я погнала следующую реакцию делать. Пока.